Здравствуйте, меня зовут Тилков Сергей Валерьевич. Я занимаюсь продажами квартир в Рязани, новостроек, напрямую от строительной компании. Если нужно, обращайтесь, телефон внизу экрана. Сейчас нахожусь рядом с жилым комплексом «Метропарк». Сейчас весна, у нас сейчас половодье. Хочется показать вам набережную рядом с жилым комплексом «Метропарк». Показать вам, как поднялась вода. Мне кажется, интересно. Самому было любопытно, я думаю, и вам будет тоже интересно посмотреть. Так, ну вот смотрите, сейчас нахожусь на набережной жилого комплекса «Метропарк», Рязань. Вот кто не знает, а кто знает, ну напомню, что такой комплекс есть. Вот он такой красавец. Первый дом уже сдан, строится второй, начал строиться третий дом. Квартиры во втором, в третьем есть в продаже. Поэтому, если ищете квартиру, интересуйтесь, почему бы нет, может быть, здесь есть то, что вам нужно. Ориентир — торговый центр «Метро». Сейчас вам приближу. Вот он здесь рядышком. Ну, на карте, в принципе, забьете, увидите. Для ориентира. Сейчас мимо приезжал комплекса. Помню, что сейчас у нас такая тема. У нас сегодня половодье у нас в Рязани. В принципе, не знаю, может, в других городах тоже. И вот такая вот набережная. Набережная для прогулок, которую застройщик северной компании облагораживает территорию для гуляния. Вот корабль такой красивый поставил. Я такой корабль в Рязани больше не видел, кроме как здесь. Красота. Полазить тут детишкам. Очень, думаю, классно. Летом все вот здесь будет зеленое. У меня есть репортаж здесь с прошлого лета, с позапрошлого. Как тут вокруг, кругом все красиво. Ну и хорошо, что северные компании молодцы. Они, ну, мало того, что выложили дорожки, попутно еще укреплялся берег. Вот такие вот выкладывался, не знаю, плитка какая-то. Вот здесь находиться приятно. Чуть дальше спортивный такой комплекс, территория, спортивные снаряды отсюда вижу. Но в данный момент хочу показать вам просто вот само вот это половодье. До какой степени вода дошла. Очень здесь красиво. Погулять, не знаю, с детишками, мне кажется, классно. Вон, камушки побросать. Сам здесь видел, люди ловят рыбу с удочками. Так что река нормальная, рыба тут водится. Ну и красиво просто. Конечно же, через определенное время река сойдет, половодье закончится, вид будет другой, но все равно будет река, зелень. Поэтому для жителей жилого комплекса «Метропарк», да и просто мимо, если едете, заехайте, посмотрите. Мне кажется, это очень любопытно и интересно. И молодцы, что берег подняли. Он, река на самом деле, ну не знаю, сейчас ролик, конечно, не буду вставлять старые кадры. То есть она такая узкая, она, скажем, находится внизу. Внизу, а сейчас вот погода такая, что речка поднялась. Все это, соответственно, потом будет ограждено. Вот видите, здесь такой вот заборчик. Можно к нему подойти и безопасно смотреть на воду. Вот такая красота. В принципе, хотел вам показать половодье, что сейчас происходит и как это может быть красиво. Еще. Вот так медленно. Это в ту сторону. Также строительная компания будет облагораживать территорию набережной вдоль своих домов, которые будут строиться в ту сторону. Там впереди третья очередь жилого комплекса «Метропарк». Также будет, за ней будет продвигаться и облагороженная территория набережной. Даже сленг такой есть. Жилой комплекс «Метропарк». Комплекс на набережной. Вот такая красота. Самому нравится. Так, ну показал вам набережную. Очень даже красиво. В жилом комплексе «Метропарк» есть продажи квартиры. Однушки, двушки, трешки. Нужна какая-то информация, консультация. Скину вам планировки, цены. Помогу с ипотекой. Звоните мне по телефону 8-910-973-33. Зовут меня Тилков Сергей Валерьевич. Внизу ролика в комментарии оставлю ссылку на сайт с ценными планировками для ознакомления, если нужно. Ролик заканчиваю. Всего вам доброго. До свидания.